Грубый пестрый камень, грубый пестрый камень. Здорово, всем по новой. Продолжаем мы тут заниматься всякой фигней. Мне интересно, я смогу здесь ягоды собрать, которые я вижу? Сейчас. Вот я обломался. Ну, здесь хотя бы можно подобывать нормально руды. Может, все-таки я найду этот долбанный изумруд. Работники мне только велии доступны, мне это не нравится. Зачем мне это велия сдалась? На халяву, но... Платить все равно надо будет. Мало предвидится хороший. Блин, а какой красивый камушек был. Ну, ёлы-палы. Так, ну железо я хорошо так смотрю насобирал. Свинец, олово, золото. Я золото смогу перерабатывать слитки, то это хорошо. Если нет, то нахрена оно вообще нужно, вопрос. Такой скромный. Такой жаба или человек, блин, вот вопрос такой. А потом надо будет велию вернуться. Так, что я хотел посмотреть? Текущих заданий 22, да? Все равно многовато, надо их сокращать количество. Так, давай в Киплане найдем тогда где-нибудь ремонтную. Так, НИП у нас нужен нам. Не знаю, может. Есть работники, которых я ищу. Так, сердце ворота, потеряв любимую дочь, преисполнена печаль, до сих пор направляет людей, чтобы стеречь дом, которым остановился Юджин. Големы, которые собираются в окрестности, приносят много хлопот. Отправляйся туда и узнай, не нужна ли помощь. Отправляйся туда. У нас есть здесь кузнец. Каждый день не понимаю. И вот ремонт мне нужен. Так, что-нибудь еще мне надо тут подремкать. Ну, в принципе, все остальное в порядке. Так, кстати, а что у тебя продается там?
загадочное ожерелье. Забавно. О, еще кто-то тут. Вы чужеземец. Что же вы забыли в этом проклятом месте? Это что? Наковальня у меня и так есть. Толку мне от этой наковальни, если я не могу ей нормально пользоваться. Да, оружие у меня почему максимального типа, что ли? Как-то не то, что я хотел бы. Так, сколько у меня есть осталось-то? 19 влияния класс. Влияние столько, что аж зашатаюсь когда-нибудь. Не найти, ну конечно, постановка здесь в некоторых частях заданий, то что я не могу найти того, кто мне его дал, это просто жесть какая-то. Хрена у него там сумочка. Камушек какой интересный. Вот они здесь копают, почему я не могу присоединиться? Свинство. Это нечестно. Забавно. Нахожу алмазы, всякую остальную хренотень, значит изумруд я тоже должен найти. Но сколько на это у меня уйдет времени, вопрос это интересен. Того труда мне довольно любопытно. Это железо, о, круто. И наконец-таки грубый изумруд. Ну хотя бы наконец-то я эту хренотень нашел, даже две штучки. Это гуд, надо еще про запас найти. Так, я медь вижу. О, а там что за камушек такой интересный? Ого! Ну, забавно. Там что-то еще есть, можно копнуть неплохо-то.
Ага, сейчас копнем что-то. Обломов. Ха-ха, зараза. Я-то уже тут перышки-то навострил. Нормальные руды нашел. Угу. Я тут, в принципе, нормальное нашел. И то, что я искал, как раз тоже нашел. Что это теперь огранить все надо будет. Да, этих камней, конечно, надо бутона, потому что тут эта вот черная хренотень для всего нужна. И негде. Вот тут место, да, рудное, хорошее. Ну так, честно говоря, сказать, руду чисто добывать — это гиблое дело. Дверка есть, можно заглянуть. Давай-ка заглянем. Хотя исследовать мир мы, наверное, будем уже попозже. Хотя почему нет? Там будут накормить вас обоих. Если что, я помню. Может, здесь есть хотя бы какие-то реально скрытые места интересные. Хрен мне, да? Класс. Как это называется? Можно вопрос? Никаких интересных скрытых локаций пока я не нашел. Давай нырнем, может что-то есть. Тут вообще ничего не вижу, даже примерно полезного. Водный мир, то есть здесь, мягко сказать, шлак. Обидно, обидно, честно скажу. Так, надо мне опять этот чат долбанный отключить, кстати говоря. Колиш, он тут лазит постоянно. Бесполезная хренотень. Делал эту короту. О, купите за 200 рублей 1 лярд серебра и радуйтесь, что с ним ничего не можете сделать. Но хотя когда вы поймете, что с ним можно будет сделать, у вас уже будет лярдов 10, да? Опаньки, здрасте. Это мне не интересно.
энергия подбавилась. Это, конечно, хорошо с одной стороны. Подалеку от Вилли. Особенно и голову себе не парю. Вилли забегу. Разгружу свой инвентарь. Да, кстати, по поводу Вилли. Дай-ка я посмотрю. Что-то тут как-то... Положи хорошие склады. Сейчас их, блин, искать, правда. Немножко геморройное занятие. Мягко сказать. Готово. Ох ты, как хорошо-то мне сейчас подфартило. Ох. Клёво. Просто гуд. Ну, правда, сейчас будет проблема. И она уже началась. Ладно, бежим на разгрузку. Потом, наверное, надо попробовать задание взять с сумочками, как думаешь? Ну да, как раз там у меня же продаются еще лошади рядом с стойлом. Ладно, тогда я на Паузякин схожу. Пойду по все разгружу и вернусь к вам. Под почти полностью забит. Ну тут что, семена. Это вот странно, что семена картофеля я не могу объединить в одно. Вот хоть убей, не понимаю, почему это вдруг. Ну, ладно, пока оставим. В принципе, плод магии. Ах, некоторых вещей здесь, конечно, мне догнать будет тяжело. Это вот надо все обрабатывать, я так полагаю, да? Вот место пока еще есть, в принципе. Голову парить особенно не буду. Так, энергия будет восстанавливаться. Другую игрушку зайду. Не знаю, слушай. Мне начинает это вот беготня надоедать. Все как бы хорошо, прекрасно, но... Ну-ка, в общем-то, я уже здесь отыграл часов-то. Она мне уже начинает надоедать. Мило.
Не помню я таких игр. Такс. Привет, вы пришли из Серенди здесь. Подтвердить. Я думаю, нужно заботиться об окружающих. Настоящий камень, так значит, увлекайте сбором, правильно, но рабочих. Не выкидывайте. Для всех нас сейчас трудные времена. Блестящий камень. Что за блестящий камень тебе нужен, я так и не понял. Драгоценными камнями. А, понял. Тут хотя бы шрифт читабельный, единственное, что мне в этой игре еще нравится. Давай добудем ей баллон с драгоценными, блин, камнями. Попробуем, по крайней мере. Ох, хотя бы еще раз делать на месяцо. Так, кстати, стоять. Понятная личность, надо с ней почесать языком. Это ты непонятная личность. Будущее археологии лежит в руинах. Я буквально зарываюсь в знания древних. А, великий археолог со знаком вопроса еще. Кто у нас тут? Ну, какой-то там хрен есть. Торговец какой-то. Угу, вижу. Для меня что часто оказывается обманом. Конюшню. Это мэдэм есть. Так, горцуй. Мне интересно посмотреть, мне чтобы получать эти дополнительные очки. Мне надо поговорить просто с людьми или как? Я сейчас хочу проверить это. То есть надо просто пообщаться с людьми, то тогда я думаю. Вот, где-то здесь у нас. Это саранча, это понятно.
Ладно, будем выполнять задание потихонечку. Так, нам нужны валунчики ей достать. А, вспомнил я эту ферму. Но здесь на этой ферме никто не оплачивал. Так, когда случается это ужасное... Так, кабан протаранил повозку. Место кабана в горах, что они делают на ферме. Интересно, почему они здесь оказались? Помоги мне сначала привести район в порядок. Я бы сказал пару слов. А там кабанчик. Я думал, только это около него там будут кабанчики такие. Так, дядя, а что я с тебя смогу добыть? Что-то ни хрена подобного, да? Маленького, что с большого одинаково, да? Развития сюжета здесь, конечно, мягко сказать, нету. Кабанов так много, кстати говоря. Мягко, блин, сказать много. Да хрена. Вывел тип. Кабаны, саранча, чего здесь только у них нету? Жесть какая-то. А. Ну ладно. Дадим ему задание. Странный он. Как он не дает мне покоя. Не может быть, чтобы они просто спустились за едой. Попробую выяснить истинную причину. Так. Первым делом надо бы не стоять и гладить, а собирать останки, сообщить о происшествии. Можешь убрать тела и пойти на плантации, чтобы известить людей и родственников погибших. Что извещу, что делать-то остается? Ого. Далековато до 10, я тебе скажу. Хотя нет, близко.
Так, это действительно несчастье. Прискорбные новости. Так, это мне не нужно. Это что у нас такое? Малый сосуд. Да, народ, на этом я закончу. Чем вам помочь? Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока. Так, мне дали немножко энергии, кстати говоря. Надо будет бы ее потом... Ну да, побегаем, надо камни будет понаходить, пособирать.